Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, в прошлом эпизоде мы наконец-то заспаунили из этого алтаря Молтреса, легендарного покемона, да. И, в принципе, сейчас, ребята, сейчас я забыл шейдеры включить. Ну эти как-то, пускай будут вот эти, да. И, ребята, есть у меня, как бы, сейчас, секундочку, что я хотел сделать сначала. Сначала, да, все-таки давайте отремонтируем нашу кирочку. Нужно больше вот этих книжных полок, да? Не хватает, чтобы это все отремонтировать. А вот тут... Ладно, нужно больше полок, поэтому, ребята, потом мы как-то этого сделаем. Или вот сейчас, что я хочу посмотреть, а тут можно? Ну, тут еще алмазы, да, нужны? Так, вроде. Я точно не знаю, но сейчас посмотрим. Так, где у нас алмазы? Давайте возьмем немного. Так. 38 уровней. Ну, в принципе, 4 алмаза забрал, не так уж и много, да. Сейчас, ребята, что я хотел? Сначала давайте все-таки пойдем поспим, да? Так как ночь на дворе. Давай. Итак, ребята, сейчас у меня есть некоторая информация, которую я хочу сказать. Сначала, ребят, давайте, действительно, это кому интересно, тут послушать, кому нет, в принципе, не знаю. Так, идем мы возле нашего стадиона покемонов, да, который строится в данный момент, но пока что еще не достроился. Так как, в принципе, не очень так есть много времени, да, чтобы это все строить. Поэтому, ребята, я обращаюсь за помощью к вам. Да, действительно. Так, ребята, слушаем, да. В принципе, есть у меня такая идейка. Кто имеет желание просто-напросто строить стадионы? Смотрите, так как вот действительно, вот этот стадион, который вот сейчас строится, как бы он строится, да, он в процессе. Но не хватает времени на то, чтобы его построить, как бы, реально не хватает времени, так как вот стадион не строится, конечно же, там за пару минут, да? Да ты будешь его бить или убегать. И поэтому, ребята, вот у меня есть такая идейка, или не, как это можно назвать. Ребята, если вы имеете желание помочь, как бы, строительству вот этого стадиона, ребята, кто действительно знает, разбирается в строительстве, кто знает, как все отлично строить и все такое, ребята, строим стадионы у себя, кто имеет желание. Я не говорю, что это какой-то конкурс, что это еще там что-то, что вы обязаны там строить, да, я просто как бы обращаюсь за помощью, так как у меня действительно не очень много времени, чтобы строить вот эти стадионы, да, поэтому, ребята, я обращаюсь к вам за помощью. У кого есть, как бы, кто знает это действительно строить, строим, ребята, в группе ВКонтакте, ссылку на которую вы можете найти в описании, есть ссылка как бы на группу ВКонтакте, да, и в группе ВКонтакте есть новый альбом, который, не знаю, как еще называется, но как бы будет новый альбом. Вы можете строить вот эти стадионы у себя, как бы у себя вы можете строить вот эти стадионы, да. Только стадионы реально должны быть офигенные, там, например, да, какой там стадион, водный, еще там какой-то. Ребята, если вы действительно знаете строить, если... Например, стадион будет такой, да, деревянная коробочка без окон, без дверей, забегаешь в нее, там на полу намалеван покебол, там должен стоять тренер, там тут должен стоять ты, все, начинаем драться. Не такой, ребята. У кого есть действительно свободное время, кто знает вот это все строить, кто готов помочь, да, строительству стадионов, просто строим офигенный стадион,
И делаем скриншоты и заливаем в группу, в альбом, в группе ВКонтакте. И можно сразу же залить свою карту с этим стадионом куда-то и оставить ссылку. Ребята, я буду смотреть все скриншоты, все стадионы, которые вы строите, которые действительно чего-то стоят, вот эти стадионы. Ну, если будут, конечно, офигенные стадионы. И также не только стадионы, ребята. Вы можете строить любые постройки. Если они будут офигенные, я с помощью программы их буду вырезать с вашей карты и просто вставлять на эту карту. Если вы, например, хотите что-то построить офигенное в городе, да, какой-то там музей, или что-то, или еще какой-то дом, что-то прикольное, строим, выкладываем в группу скриншоты, можно сразу ссылку на карту. Я смотрю скриншоты, если офигенное, если реально офигенное здание, ребята, я смотрю, скачиваю, переношу на эту карту, и сейчас, ребята, на здании, возле здания будут стоять таблички с именем того, кто это построил, ребята, и также тот будет приглашен на одну серию. Если, конечно, может потом еще на больше, не знаю, ну, на больше не знаю, но как бы на одну серию будет приглашен исполнитель того здания, которое как бы вы построили. Если оно понравится, я его поставлю на эту карту. И еще раз скажу, возле здания будут таблички с именем автора, да, который это построил. И также он будет приглашен на одну серию вот сюда, да. Как бы его здание, он приглашен, да, чтобы он рассказал о себе, что там, как строил здание, и вот это все такое, ребята. Если вы действительно это знаете строить, строим, еще раз скажу, ребята, стадионы, так как вот этот стадион огненный, да, сейчас я на секунду включу гейммод, ребята. Нужно посмотреть все-таки, сколько тут значков. Ну, тут реально куча значков, я даже не знаю, кто тут, что и как, но вот это, например, огненный, да, тут водный, тут еще какой-то есть, но вот эти все значки, я как бы даже не знаю, к чему они относятся, вроде даже столько типов покемонов нету, как тут всяких значков. Но, в принципе, ребята, если вы знаете, то строим стадионы по этим значкам, если, например, водный стадион, да, то как бы ассоциация должна быть что-то с водой, если там, например, будут какие-то фонтаны, да, с этого стадиона идти, или что там будет на воде, как бы на острове, если водный там, ну, водный как бы уже строится, огненной как бы уже строится, если там еще какой-то стадион там земляных покемонов, как бы еще что, ну как бы ваша ассоциация с чем ассоциируется, вот как бы будет вот этот стадион. Или еще раз, ребята, хотите разукрасить город, строим какие-то музеи, замки, которые будут, если они будут реально офигенные, ребята, они будут помещены на эту карту. Действительно, ребята, это я вам гарантирую, я вас не заставляю, я не говорю, что это какой-то конкурс или еще что-то. Имейте желание, стройте, делаем скриншоты, заливаем в группу, можно сразу ссылку на вашу карту. Если будет все офигенно построено, я скачиваю, заливаю на эту карту, приглашаю человека, который это построил, на одну серию, и отлично. Все, ребята, это я объяснил, кто хотел понять, тот понял, кто не хотел, будут какие-то вопросы. Или вообще просто это не услышали, да? Или еще что-то. Так что, ребята, я просто обращаюсь к вам за помощью. Это действительно как бы обращение за помощью, так как у меня действительно нету времени строить какие-то либо еще сооружения. Когда есть время, ребята, я всегда что-то начну строить. Вот было время, я начал строить стадион, но как бы сейчас уже времени не так много, как было тогда, когда я начал строить. Так что, ребята, имейте желание, стройте, помогайте, и я все объяснил. По второму поводу, ребята, по поводу выхода серии. Сейчас, в данный момент, у нас выходит в день, как бы, стандартно по одной серии Пиксельмона, да? И вот что я думаю, чтобы был и у меня стимул, и у вас, как бы, был стимул, да? Например, вышла утром новая серия Пиксельмона, да? Если там эта серия Пиксельмона наберет, как бы одна серия Пиксельмона в день, да, если вот эта серия наберет там 100 лайков, да, за какие-то, ну, как бы в протяжении этого дня, в котором вышла как бы эта серия, да, если наберет там 100 лайков, то в этот же день выйдет вторая серия. Если вторая серия наберет еще 100 лайков в этот же день, то выйдет еще одна серия. Если еще одна серия наберет 100 лайков, то выйдет еще одна серия, ребята. Вот это действительно будет зависеть от вас, как бы одна серия выходит, да, одна серия выходит. Но и это будет зависеть от вас, ребята. Если у вас желание еще посмотреть серию, ставим лайки. Если в день набирает серия по 100 лайков, да,
если вот серия, которая вышла там утром, да, набирает, ну, как бы 100 лайков, то в этот же день выходит еще одна серия. Если еще одна серия набирает 100 лайков, то выходит еще одна серия, ребята. В принципе, я объяснил, думаю, понятно, так как это как бы будет и мотивация и мне, да, что вот там поставили 100 лайков на эту серию, то есть сейчас выйдет еще одна серия. Если поставили еще 100 лайков, то выйдет еще одна серия. И также, ребята, это будет мотивация для вас, так как вы будете знать, о, если эта серия наберет 100 лайков, то сегодня выйдет еще одна серия. Так что, ребята, если вы имеете желание посмотреть еще одну серию, а потом если еще одну, то ставим лайки. Еще раз повторюсь, ребята, слушайте, если серия в день, если та серия, что вышла как бы утром, да, или обедом, набирает 100 лайков, то в протяжении этого дня выходит как бы еще одна серия. Если еще одна серия набирает 100 лайков, то выходит еще одна серия. Все зависит, ребята, если вы хотите еще одну серию, то ставим лайки. Я объяснил, ребята, кто понял, кто хотел понять, тот понял. Все, ребята, что я хотел объяснить, объяснил. Больше не буду объяснять, я думаю, так понятно, кто захотел, тот понял. Итак, ребята, сейчас мы, в принципе, продолжим прокачивать наших покемонов. А вот где этот покемон? Он летающий. Что-то я его никак не вижу. Давайте поднимемся вот сюда. Нет, вот он. У, Бульбасар, да ты что, издеваешься? Покемон был Бульбасар. Лучше бы обычный Бульбасар заспавнился, и я бы тебя словил. Твою ж... А, ладно. А, Бульбасар, Бульбасар. Так, сейчас. Сейчас, ребята, нужно прокачать тех покемонов, которые мы можем прокачать в данный момент. Так, сначала. Так, давайте сначала пойдем домой. Поставим Молтреса в компьютер. Так, Молтрес идет к легендарным покемонам вот сюда. Сейчас, этот у нас идет вот сюда. Этот на прокачку идет вот сюда. Сейчас вот этого тоже можно. Ух, это что такое? Можно поставить в компьютер, так как, в принципе, мы его немного прокачали, да, и больше у него нет эволюции. А берем мы на прокачку сейчас, ребята. Возьмем вот тут тебя, допустим. Так. А, вот, сейчас, там еще один покемон босс. По поводу, сейчас. По поводу вот этого покемона Глигор. Спасибо, ребята, кто пишет, как эволюционировать покемонов. А то действительно есть покемоны, которые как бы... Я не знаю, как эволюционировать, да? Поэтому, ребята, спасибо, кто пишет. Вот написали, что вот этот покемон эволюционирует с помощью клыка. Как бы ты даешь ему клык, да? И он... как бы с ним эволюционирует, да? Ты на него одеваешь, прокачиваешь ему один уровень, и он эволюционирует. Реально, ребята, спасибо. То, ну, в принципе, есть такие. Вот я вообще не знал, как этот покемон эволюционирует. Поэтому, ну, давайте сейчас попробуем. Сразу он эволюционирует или нет? Ну, я не знаю. Ну, в принципе, по идее, один уровень должен прокачаться. Хотя фиг его знает, сейчас посмотрим. А, да я же его не кинул на покемона, а потом. Ух, ладно. Вот это я затупил. Ну, как бы покемон сразу же на меня напал, поэтому. Этот уже эволюционирует, только его взяли из компьютера, он уже эволюционирует. Так, там у нас еще были покемоны-боссы, давайте быстренько туда сбегаем. Где? Вот он. Давайте сразу вот так, да? И Мьюту. Ну, в принципе, не прокачался уровень, да? Ладно. Так, ну вот этот прокачался, да? Вот он. А сейчас давайте все-таки идем поспим, ребята. Так как темно, не очень видно, что там.
Так, дайте мне одного покемона босса, или давайте быстренько сбегаем на остров. Так, тут есть. О, Вартортл. Так. Вот давай, давай. Мы надели на него вот этот, да. Так. Сам он не убьет, я так думаю. Думаю, что нет. Нет. Поэтому давайте вот так. Вот, отлично, ребята. Еще раз спасибо, кто вот это написал, что он эволюционирует вот так. Потому что я действительно не знал, как. Ну давай, давай, давай. Давай. Ух ты. Так, давайте. Вот он. Офигенный покемон. Так, иди сюда, иди сюда. Ух ты, ни хрена себе. Реально прикольный покемон. Ладно. Так, сейчас, ребята, мы идем домой. Так. Берем водный камень. Я действительно и забыл, как прокачивается Шелдер. Так, берем мы водный камень. И идем его прокачивать. Да. Так. У, не тебя, что-то я. Так. Вот, да иди ты сюда. Вот, отлично. Давай, давай. Отлично. Вот он. Так. О, там. Так. Угу. Идем мы обратно. Так. Сейчас сделать. Сейчас давайте поставим вот этих трех покемонов в... компьютер, так как они уже в принципе прокачанные, да. Так, ставим вот этого, вот этого и вот этого, и берем на прокачку. Сейчас вот что я хочу прокачать, не прокачать, а посмотреть. Сейчас, секундочку. Сейчас хочу посмотреть одну вещь, но вот если у нас вот этот покемон. Нету. Нету, или я просто-напросто не вижу. Так как вот я словил вот этого покемона, да, мне написали, что как бы он уже у нас есть, но шайни, как бы, да, есть. Но шайни. Но я что-то его не вижу. Я его словил, но я не вижу, чтобы он у нас был как бы шайни. Или я просто вот не вижу, или он его, или его действительно у нас нету. Я его не вижу, ребята. Нету его у нас. Реально нету. Ладно, нету, прокачаем его. Так, это что у нас такое? Не, вот в этого нету эволюции, да? Так, давайте тогда прокачаем вот этого. Ликида. Пуниту. И вот тебя, такие как бы. Покемоны не имеют слишком много эволюций, поэтому можно будет прокачать. Так, сейчас. Ну, давайте пойдем еще побиваем, может, парочку покемонов. Так. Мирту. Так, там у нас покемон-босс. Так, действительно,
Действительно, ух, 140-й уровень. Можно взять вот этого. Ух, еще один мастербол выбили. Отлично, ребята. Можно взять вот этого, как его там называется. А, чё, я уже забыл, что я хотел сказать. А, вот, можно взять орб, как бы тоже опять на прокачку, так как тот мы уже прокачали, да. И вот сейчас, ребята, мы, наверное, все-таки будем покупать еще один алтарь. Он сейчас у нас будет Артикуно, как бы следующий, я так думаю. И нужно прокачивать орб для Артикуна. Как бы орб не очень так уж долго прокачивается с помощью Мьюту, да? Но тоже не за пару минут его нужно прокачивать. Так. Ну, сначала давайте вот этих попрокачиваем. Ух, что там? Еще я что-то хотел сказать. Ну, это потом. Потому что я уже забыл, что я опять хотел сказать. Так. Давайте вот этих попрокачиваем. Немного. Нужно будет собраться и за одну серию заспавнить там покемонов, которые прокачиваются только с помощью... только с помощью трейд-машины, потому что трейд-машину никак мы не эволюционируем, как бы, тех покемонов, да? Которые эволюционируют с помощью нее. Поэтому нужно будет их спавнить. И ловить как бы там с мастерболами, ну как бы не с нашими мастерболами, а возьмем мастерболы с креативного режима, потому что как бы это не читерство, мы просто их спавним, да? И все. Так. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим, действительно. Тут мы закончим, тут мы, наверное, потом продолжим. Так, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.